В Самаре принялись за ремонт перекрестков. Первым на очереди пересечение улиц Нововокзальной и Ставропольской. Там, помимо большого трафика, движение осложняет трамвайная развилка. Именно к дорожному полотну вдоль трамвайных рельсов приковано внимание дорожников. Они снимают верхний слой асфальта и укладывают новый. В планах на ближайшее время еще 3 перекрестка областной столицы. Первоочередная задача, которая стоит, кроме улично-дорожной сети, привести в нормативное состояние сопряжение дорожного полотна с трамвайными путями, потому что в последнее время очень много идет замечаний от автолюбителей, ну и от представителей ГИБДД, то, что перекрестки находятся в неудовлетворительном состоянии,